выезжал, значит, с заправки на кирпич. Ну, естественно, въебался в автобус. Соответственно, движок, не движок, не знаю, короче, грузовику хана. Вообще, много аварий сегодня было, очень. Кузов в основном повредил. Короче говоря, тачку вообще сглазил, наверное. Подумал, вот на этой тачке ни разу не попадал ДТПшечек. Вот тебе и пожалуйста, ни разу не попадал ДТПшечек. Но на самом деле это из-за переутомления. Это домашку делаю по... Ну, неважно, по повышению квалификации. Вот что-то там еще не получается. Докер вообще такая хрень на винде. Нет, докер штука, конечно, хорошая, но на винде ведет себя очень капризно, так сказать. И внимание рассеивается, два дела одновременно делаю, раздражает, он очень долго собирается это все дело, образ пересобирается очень долго. И туда-сюда мотаюсь, в общем... Надо как одно дело делаешь, и все, а так получается не очень круто. Видите, какая штука горит на экране? Да, вот подумал, что ни разу не попадал в ДТП, потом ДТП, перевернулся, потом въехал в какой-то бугор, потом еще одно ДТП серьезное. В общем, стоит только подумать, что все хорошо, как сразу все не очень хорошо становится. Да еще что-то гонять начал, потому что медленно ездить надоело, тут с круиз-контролем разобрался, гонять начал, а... Ну, в общем, надо поменьше просто брать. Чтобы внимание не рассеивалось. Устают. ПМ-5 идут 90 км в час. Так, а ну-ка еще. Нет, движок поврежден. Сколько тут ограничений? 50 миль. Это 80 км примерно. Нет.
У меня что, 12-я передача пропала? Или шифт отвалился? Угу, 12-я передача пропала. Серьезные аварии за день. Одна из них с переворотом. Опять неустойки, это капец. Нехрен влетать в поворота или хачить. Особенно вот на таких виражах. Сейчас подъем. И нам будет мучительно больно на этом подъеме из-за разбитого двигателя. Поврежденной трансмиссии. Причем 12-й передачи нет, это как же? Черт. Заглох. Твою мать. Да неужели не заводится? Ну, один плюс этих аварий. Попал в ситуацию, когда у меня тачка не заводится. Блять. Давай. Давай. Вот я и говорю, мучительно больно. Конечно, надо все попробовать, эта игра, она на то и игра, чтобы попадать в неприятные ситуации и не было неприятно, но все равно как-то неприятно. Ну твою мать, а? Хватит глохнуть. Уже... О, отлично, я даже не останавливался. А вот это стрёмно.
Вот, не буду больше нарушать. Здесь знак остановка. Вот и останавливаемся. Нам налево. Так, тут кто-то идет. Вообще на автопилоте нереально пройти без аварийных. Вот у меня еще хорошо двигатель сломан, а то я еще куда-нибудь въебался. Вот, 45 км, нормально. Хотя при ограничении 80 я буду так долго идти. Все скрипит, как на отечественной газели в маршрутной. Ой, что-то я перегнал. Блин, отступ передачи нет. ТО я бы не прошел. По-моему, там красный. Черт, да, там красный. Чего за чувак за номера там такие? Ну ладно. Красивый маршрут. Хорошо, что дождя нет. Это у меня чуть в последнее время дожди тут. Ох, как скрипит все.
Так, спереди никого. Тут лучше не гнать, как они говорят, а лучше... Они говорят 60, скорее всего, для грузовиков 50, но мне лучше идти на 45 миль. Так безопаснее всего. Кстати, угадал, да. 80 км в час, то 80. Я поставил 72 круиз-контрол. Нормально. Ну, твою мать, хватит глохнуть! Если уж заглох, заводись. Это Уэльс, насколько я знаю. Ага. Люди. Странно, конечно. Чё? Ага, сюда. Сейчас еще неустойку платить. Я знаю точно, это последний рейс на сегодня. Максимум, что я могу сделать, это купить Рено. Больше сил не остается. Изучение докера сильно выматывает. Так, давайте посмотрим. Хотя бы припаркуемся самостоятельно, это хорошо было бы. Так, у меня, кстати, 4 часа 3 минуты остается. Надо... Там, кстати, сервис DAF. Надо в сервис сгонять. DAF-овский, конечно, вон, я его вижу, вот он. Ну, хоть и DAF-овский, но... Так, починят. Эх, у меня есть что чинить здесь.
Так, что-то не попал. Ну, давай задом. А это что-то там за препятствие такое невидимое было. Расцепляем. Неустойка. Да. Ладно, все, хватит на сегодня. Я еду в сервис. Кстати говоря, тачку можно уже купить новую. Так, надо в сервис отдохнуть. Нет, в сервисы отдохнуть, купить тачку через магазин. Так, не тарахти. Что-то как... Еще вступить в дорогу. Уступаю. Есть 30-ник максимум. Я все еще поворачиваю вот сюда. Так, на встречке никого. Заходим. Ой, ё-моё. Слушайте, а это не салон. То есть это салон, но это не сервис. Сервис. Это салон DAF. А мне нужен сервис. Сервис у нас вот тут. Блин. Ладно. Ну, хотя бы салон есть. О, красиво, там речка. Красота. Не зевай. Я устал не меньше тебя. Мне вот эта тачка нравится звуком, цветом и приборкой. Уютно как-то здесь, хорошо прям. Поехали, поехали, поехали. Ну твою мать! Сервис. Только как в него въехать-то? Не понял. А, въезд он там.
красавец. Очень вовремя. А может, дотащимся? Нет? Завелся. Зверь, машина. Вот такой вот хочу. Погнали, значит, в сервис. Значит, что, у нас тут все сломано вообще, практически все, да? Но хуже всего кузов. Да, кузовной. И на самом деле двигатель тоже постоянно будет глохнуть. Но сейчас мне только кузов пока интересует. Потому что если так, то это... Если все чинить, то это... сколько много. Вот, ну ладно, кузов. Двигатель так и будет глухнуть на самом деле. Но я чиню после этой почечки что-то одно. Потом будет движок, да. Вот, и после... Сейчас, секунду. А, черт, у меня все равно не хватает бабла на то, чтобы купить что-то, купить еще ножку. В кабину что-нибудь повешу сейчас, такой вот шарик. За 195 евро. И все, у меня не хватает. Так, попробуем завестись. Ключ вставил. А нет, все равно движок поврежден. Ну, еще один рейс завтра прокачу. А сейчас еду отдыхать. А так один рейс завтра прокачу, там потом починю. Хотя... За мной закончил. Зачем откладывать, да, если можно не откладывать? Все равно денег на новую тачку не хватает, поэтому я двигатель починю. Так, теперь меня интересует наличие 12-й передачи. Хе, все равно что ты. О, этот шарик болтается. Здорово. Здорово, здорово. Ну, а что здесь еще есть? Что здесь можно еще починить? Шасси? Что-то в пределах 2000. Трансмиссию? А, точно. Хотел посмотреть на предмет 12-й передачи. Если я этот грузовик все равно сдавать собираюсь в скором времени, да, то... Нет, 12-й передачи нет. Если грузовик сдавать,
его нужно и починить. Но больше 2000 не буду тратить на ремонт. Это как раз трансмиссия. А, не, на трансмиссию мне не хватит шасси, это дорого. Соответственно, что буду чинить? Колеса? Ну, это бесполезно. Шасси. Так. Нет, 12-й передачи так и нет. Хорошо, починю 12-ю передачу. И колеса, ладно, все как новый будет. Все отлично. Денег не хватает. Ну и в качестве бонуса, да, что здесь можно мне на руль что-нибудь привезти? Можно домой на руль поменять. Это фигня, конечно. Дорого. Бесполезно. Я лучше вот сюда что-нибудь поставлю, так в знак того, что я что-то очень много уже всего отремонтировал. Вот эту собачку. Все, и поехали спать. Тем более, что у собачки башка болтается. Это круто. Так, найдем гостиницу. А, вот она. Прямо вот тут по дороге. Минуту ехать. Погнали. Тачка новая. Прям почти как новая. Но все равно один рейс, и потом я ее сдаю. Ну, может быть, два. Ну, не знаю. Один, два, на 10 тысяч. Ну, ладно, на 15 тысяч какой-нибудь рейс. Зараза. Ну вот, 12-я передача есть, трансмиссия отремонтирована. Конечно, если посмотреть на самом деле прямые перевозки, да, то тут, вот, пожалуйста, блин, ну что за фигня? Пожалуйста, вот, тут, конечно, близко, ну, видите, да, 7 тысяч, 12 тысяч, а мне не хватает. Если вот это 7 и 12, примерно будет 19-20 тысяч, да, два рейса нужно сделать, чтобы, причем не маленький, да, так на день. Вот этот 5-6 часов, да, и вот этот 4 часа. Короче, один день придется еще поработать, чтобы купить новый тягач. А нехрен в ДТП попадать. Ладно, все, сейчас я еду спать. В прямом и переносном смысле. Аккуратненько, чтобы не побить новую тачку. Она как новая. Столько я в ремонт вбухал. Следующая вот такая будет. Для с повышенной маневренностью, так сказать. Чувак, карту покажи. Ага, у собачки башка, конечно, вообще капец круто. И влево, и вправо. Вообще здорово все, очень реалистично. Офигеть. И люди здесь есть.
Темнокожие в Англии, интересно. Так, городской лимит 30. Гостиница, ну почему я здесь притормаживаюсь уже? Так, и верчу руль на гостиницу. Вон туда. Нормально. Тачка как новая. А это что такое? Вольво. Вот это там пиздюки в реале. Ну все, нормально, прибыли. Глушим. Движок. Все починил. Отлично. И все, отдых. Фух, тяжелый день. Как в реале, так и в игре. А почему мне больше не предлагается? Ага, вот F8 сообщение, F8 оказывается. Ну все, отдыхаем. Кстати, я не учел, что я уже сейчас могу покупать новую тачку. Потому что на меня работают люди. Ага. Вот они. Соответственно, я сейчас могу купить тачку. Все повышают свой уровень, молодцы какие. Ну что ж, тогда я пойду куплю тачку. Так, значит, делается это очень просто. Покупка грузовика. У меня 5 уже есть. Я хочу, так, DAF потом, Iveco есть, MAN потом, Mercedes-Benz есть, Renault, вот. Пока только один салон нашел. Но вообще у Рено много, но вот мне известен только в Дюссельдорфе. Потому что на гараж там так онлайн. Можно, да, можно. Так, для маневрения. Ну ладно, я сейчас беру любой, потом меняю конфигурацию. Теперь внимание. Значит, разница между кабинами. Разница между кабинами такая. Вот кабинка первая, да? У нее одна шконка, ну как бы вторая там отсутствует. Вот. Если вот так сделать, да, такую штуку подороже, то праворульные беру, кстати, да, в Европу эти подгоню. Ничего не меняется, я, кстати, не вижу, чтобы что-то изменилось. Да, ничего не меняется особо, что так. Так, это какая-то просто мишура. Хотя объем в кабине-то должен измениться. Но не меняется. Здесь вот. Так, беру теперь повыше. А, да, смотрите. Да, это можно в полный рост встать. Да, это круто. Так, с кабиной разобрались, шасси. Я на маневренность ставлю. Эта маневренность снижает, обычное шасси это лучше. Это тоже снижает, обычное шасси гораздо лучше. 6 на 2 с подъемной осью повышает маневренность значительно. Это нет. Это даже по сравнению со стандартным падает. Вот, с подъемной осью это здорово, да, маневренность это помогает. Так, что касается движка. Обычные перевозки не снижают, зато можно преодолевать подъемы легче, и тяжелые перевозки улучшаются, да. А этот, он еще хуже. Обычные перевозки, зато преодоление подъемов и тяжелые перевозки. Здорово. Маневренные тяжелые перевозки, это будет очень удачно. Так, 12 передач, без ретардера. Нет, сильно портит все. Так.
А вот это, кстати, обычные подъемы и тяжелые. Вот это хорошая. Хорошая трансмиссия. Так. Ну, это... Нет. А это вообще нет. Ну, вот это вот. Автодрайвер АТ-2412ДР с ретардером 12 передач. Поехали дальше. Кабина. Кабина английскую взять, наверное, не хочется, если честно. Надоело английское все. Тем более, что Австралия, Япония, Англия — это мало. В основном все правосторонние, поэтому вот. Вот здесь разница только в подлокотниках. Здесь блатные подлокотники. Вот, если вот так посмотреть, да? В этом варианте блатные подлокотники и все, и сиденья директорские. Ну, в принципе, учитывая, что я как бы это симулятор директора транспортной компании, то вполне. И здесь вот надпись Excellence, а здесь понятно, Privilege. Как кресло Prestige, самое дешевое. Ладно. Так, хорошо. Так, что у нас дальше? Так, с этим все нормально. Так, что касается цвета. Хороший цвет, конечно, но мне хочется зеленый. Тут, кстати, можно разукрашивать их разными цветами, причем, да? Что угодно. Да, вот так вот можно взять, покрасить. О, можно в расцветку РЖД взять, да, то есть... как у них там, у них, если не ошибаюсь, у них внизу темно-серый какой-то такой вот, да, темный, а это вверх получается, полоска красная, это розовая, это такая красная полоска, внизу у них темно-серый, а сверху светло-серый, вот, РЖД. Ладно, я хочу однотонный зеленый. Вообще, конечно, это здорово. Можно попробовать что-то такое. Но здесь флаг. В принципе, можно попробовать, да, что-нибудь вот такое. Какой-то такой зеленый. Симпатичный. Кочегарится ведяха до 83 градусов. Цвет шикарен. Желтый? Не желтый, не знаю. Пусть вот это что за цвет такой? Это что? К чему? К чему этот цвет? А, этот? А, блин, это офигеть, это хамелеон. Это хамелеон, это цвет хамелеона, а вот этот желтый к чему? Точно хамелеон. Хамелеон — это как круто. Классный логотип какой-то еще здесь есть. Ну, по-моему, это шикарно, то, что надо, да. Только я тут черный-зеленый возьму. Да, то есть он так черный, а вот отливает зеленым. Нет, все-таки мне больше нравится красно-зеленый. Вижу. Тут красный. Ну, не такой же красный. Вот какой-то такой, да, позеленее. Переливается зеленым красиво, красиво. Но потемнее. Да и основной только потемнее нужно сделать. Ну вот, как-то так. Да, примерно то, что надо. Интересный цвет. Цвет зависит от угла зрения. Так, вот это что за цвет? К чему он? Наверняка это к чему-то. Потом очень удивлюсь, когда узнаю, для чего это надо. Ну ладно. Хорошая комбинация, мне нравится. Попробовал заодно такое, да, здорово. Ну, хотелось бы чуть попроще, наверное, да? Ну, в принципе, ладно, пусть такой вариант будет, оставлю. Так, с цветом разобрался, теперь кенгурятник, в смысле, лайтбар. Это...
ну, вот попроще, Мираж. Где три луны и мигалки. Мигалки снаружи буду ставить. Без мигалок нельзя. Две поставлю. Так. И два ревуна. Рор. Вот этот камер. Так, хорошо. И теперь вот здесь нужно фары врубить. Вот такие вот, да, возьму. Дешевле такие люмен. Так, посмотрим. Ну что ж, неплохо. Рычатель нужен, он громкий, хороший. Так. Рор. Так, номер 6. Табличка всегда с этой стороны у меня. Ой, номер 6. Так. Ого, у меня всего 5000 остается. По-моему, я это не подрасчитал что-то. Кенгурятник. Чемпион. Блять, не рассчитал. С другой стороны, зачем мне кенгурятник? Если я могу проапгрейдить в любой момент, да? После там ДТП, аварии. Колеса хоть раз оставлю дефолтные, да? Вот, но у меня еще остается 5000 на что-то такое. Ну, этот чемпионский кенгурятник, это, конечно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это же круто. Но нет. Все. Так, ну вот ручки можно, да, хром и краску. Вот краска здесь лучше смотрится. Или хром, не знаю. Только, может, подешевле. Краска зеленая, они как бы... Не, пусть будут такие. Не, ручки все-таки лучше. Ну-ка. Ну и нормально. Вот, а всякие кенгурятники и все остальное, это, конечно, можно будет и потом понаставить. Но с другой стороны, вот здесь вот у меня как бы... Ну, 15 евро, фигня. Кенгурятник поставлю при... Ну, после первой аварии, как говорится. Это обычно в салон что-то ставил, да? Ага, здесь зеркало. Вот, хорошо. В салоне тут обгрейдить нечем, здесь можно вот развешивать всякую хрень, руль можно даже подороже. Под цвет подходит больше. Вот, ну а вот это вот все дело я расставлю потом при необходимости, если такая необходимость вообще будет. Тут сюда что-нибудь повесить можно, шарик какой-то, да? Вот, это все потом. Вот, то есть я при авариях ДТПщиках буду ставить что-нибудь новенькое. Ну просто как, чем больше всего понаставлено, тем больше происходило, да? Вот, то есть с каждым заездом в сервис буду что-нибудь ставить. Ну все, остальное оставляю по дефолту, денег не очень много. Ну нормально, кенгурятник у нас особо ничего не дает. Потом поставлю. Это все без проблем. Покупаем. Класс, сразу видно эксклюзив. Хотя вот у этого кабина клевый, но такой потом куплю. Я взял самый дешевый, настроил его уже. Все нормально, маневренность стоит, не убавит. А вот этот потом, конечно, взять надо. У этого кабина круче.
Renault Premium. Они все, в общем-то, премиум, но ладно. Потом. Потом. Главное набрать основных таких товарищей. Да нет, но мне все-таки вот этот вот. У него и топливный бак побольше. И кабина круче. Да. Ну-ка попробуем вот этого товарища поднастроить. Ага, у него только одна кабина. Будем повышать маневренность. Нет, это снижает маневренность. Вот этот тоже снижает маневренность. О-о-о. Так, 6 на 2 поднялось, хорошо. Вот это. Вставляем. Движок. Ну, тут традиционно два параграфа повышает, один понижает. Вот это самый лучший. А я такой выбрал, по-моему, там. Так, ну-ка, глянем в кабину. Там что-то там. Там третье кресло прямо. До борт-инженера, что ли? Так, на самом деле, поглядим, здесь еще можно английский вариант, да, вот я не буду брать английский вариант. Уааа, вот это да. Не, ну этот как-то посерьезнее цвета. Это оранжевый, конечно, клево, но куда он? Так, хорошо, едем дальше, цвет. Ну, еще раз, набираем вот этот цвет. А как здесь дверь открывается, не пойму. Ладно. Так, по цветам погнали. Вообще я хотел зеленый. Вот такой. Вау. Так, вот это, чё это? Ага, это цвет отлива, так сказать. Горизонт вывести, но это не сделал. Вот так. Ага. Да, это шикарно. Так, погнали по тюнингу. Так, что у нас тут? Тут мигалку можно поставить. Нет, я предпочту вот такой вот вариант. Не из дешевых, нормально. Так, мигалка. Мигалки достаточно одной. Нет, я поставлю две мигалки. Они дешевые. Проблесковые маячки, да? Так, рычатели поставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это самый Thunder, самый дорогой. Так, фары. Люмен Марк 1. Две такие фары поставлю. А. Так, хорошо. А что? Козырь. Козырек можно фирменный? Нет, даже. Что это за зеркало? Заводское длинное крепление. Вот. Здесь, соответственно, козыри можно менять как угодно, да? Во. Хороший козырек. Так, хорошо. Погнали дальше. Так. А, вот эту табличку беру. Номер 6. Ага, все правильно. Так, краска. Не, краска чуть не очень смотрится. Хром. Ага. Ты че? Можно. Но это дорогие конкурентники на самом деле. Тачка прям серьезно выглядит.
Опять? Требует сегодня 22. Значит, Борис Ламович еще один. Этот был, вот этот ставлю. Но сюда можно навтыкать много чего интересного. В частности, скример. А, в частности, можно навтыкать фары. А скример зачем? Не-не-не-не-не, оставь фару, товарищ, фару. Ну, точнее, не совсем, не здесь. Здесь можно поставить вот такие вот габариты. Боковые, да? Вот. Или вот такие. Они, в общем-то, ничем не отличаются. Не вижу, чтобы они чем-то... А, блин, нет, да, вот такие. Ага. Только это, по-моему, на задницу. А они же... Вот, здесь оранжевый должен быть. Красный внутрь, оранжевый сюда. А, вот такие вот. Все правильно. От Фрайтвайлера. Так, значит, и вот эти вот прожектора. Ага. Хорошо. Защита бампера самая дешевая. Зеркала, все нормально, колеса. У меня есть еще небольшие запасы, да? Runner, я уже Trail Master. Так, значит, самое дешевое. Я хочу просто самое дешевое поставить и посмотреть, что из этого изменится. Вот, а вот тут тоже самое дешевое все поставил, да? Ну, гайки дешевле некуда. Ступица дешевле некуда. Колпак вообще нет колпака, да? Но можно поставить самый дешевый. Давай поставлю самый дешевый. Так, здесь самый дешевый, значит, самый дешевый резин. Так, здесь можно отзелка. Дело в том, что там что-то не совсем нормальное отзелка, если смотреть, да? Ну ладно. Смотрю, что поменяется, да, там гайки самый дешевый. Так, ступица дешевле некуда. Ну и самый дешманский колпак возьму. Вообще-то я не вижу, чтобы он там появлялся. А, вижу, да. Что это меняет, я понятия не имею. Весь, кроме визуалки и резины, видно, самое дешевое. Так, посмотрим, что это изменит. Ну и дешевенький колпак. Хорошо. Ступеньки. Вот есть ли разница, какие ступеньки? Вот это мне больше нравится. Чисто визуально. И чувствую, я зря экономлю на... на колесах. У меня с дорогими-то были проблемы. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Хотя вот все-таки зря, мне кажется. Зря. Надо подороже. Резину подороже надо поставить. Кстати, можно на разные колеса разную резину ставить, да? Попарно, конечно, да, но... Что это? Что-то какой-то странный сигнал был. Давай Trail Master поставлю. Такие вроде никогда не ставил. Так, что еще можно воткнуть сюда? Кенгуретник подарок? Да ладно. Ладно. О, красота. Я думаю, нужно еще подорожь колеса. Вот эти. Ух ты, ё! Нет, чё-то Б.
ближе буковка к А, тем лучше. Эти, конечно, выглядят шикарно, но учитывая, что они по цене те же, все, я думаю, вот это надо принять, это почему-то получилось дешевле. Давайте сравним конфигурации. Так, дешевле, да? Так, значит, модель Magnum это премиум. Это типа хуже, а мне нравится по виду прям. Так, Excellence, левосторонняя, 520 лошадей, 460 лошадей больше. Двигатель мощнее, крутит сильнее, крутящий момент. Ну, в общем-то, здесь все лучше. Я поэтому беру именно вот этот. Все, покупаю. Так, теперь внимание. Я его помещу в Англию. В этот вот гараж. На этот слот. Окей. Ага. С доставкой на дом. Купил тачку. Доставка на дом. Все. У меня 10 тысяч евро. Так, отлично. Теперь гаражи. Посмотрим. Лондонский гараж, у него 87%. Это 81. О, догоняют. Значит, никаких кадровых перестановок пока делать не буду на самом деле. А может и сделаю, не знаю. У него все-таки восстанавливается немножечко, потому что вот этот чувак прокачивается. Так что я пока не буду ничего менять. Так, хорошо, здесь у меня вот эта тачка, да, это, значит, вот этого чувака. Я назначу в этот гараж, вот на эту рыножку. Отремонтированный Mercedes-Benz останется без водилы. Так, надо нанять чувака какого-нибудь. Так, кого мы наймем? Сьюзан 1.7. А чё баба? Ну, она требует меньше зарплаты. Уровень у них одинаковый, вот у этих чуваков. Вот это мне кого-то напоминает. Росси, что ли, из Criminal Minds. Эти одинаковые по требованиям, так, зато... Ааа, точняк. Мне надо посмотреть по способностям. Это чё, хрупкие заказы или срочные? Срочные, да. Это дорогостоящий груз. А вот у этого и то, но он дороже. А этот товарищ, у него вообще три специализации. Да, этот крут. Этот... Этим... Этого меньше. Этого меньше, этого меньше. Это у них левел, это меньше на самом деле. Вот этого чувачка беру. Он подороже, но неплохо. В Англию назначаю. Вот на экспресс. А, денег еще меньше. Так, кадровый лист, нет, персонал компании, вот так, компания. Персонал. Так, персонал. Так, значит, это мне это понятно. АДР, дальние дистанции, срочные заказы, разносторонние. Это будет дорогостоящий груз. Да. Все, хорошо. Отлично. Посмотрим. Ага. Ну что ж, я сейчас пойду в один заказ, и все, на сегодня 100% все. Мне просто хочется прокатиться немножко. Я в гараже. Надо будет зубы капиться. Как поздно. Навигатора у него тоже нет в этой тачке. Ладно, надо взять заказ. Просто возьму и никуда не поеду. Просто возьму его. Я сейчас в лондонском гараже. Да, то есть... это что такое? Упакованное стекло? Никогда такое не возил.
Вот интересный заказ, кстати. Из Лондона в Лондон. Вот, попробую. 27 тонн. Вот, он коротенький, я его доставлю. Нормально пойдет. Ух ты. Гремит как танк. Это какой-то баг? А, нет, странно, как-то вот здесь что-то прям странное очень, но явно очень премиум тачка. Где передача отображается? А, ну. Здесь можно менять? Ого. Масло. А давление в магистральке? Это? Ага. Хорошо, давайте крутиться назад. В Лондон. Если заказ увели, кстати, гремит снаружи, гремит довольно сильно, а вот внутри тишина. А, это я просто еле ехал. Ох, вежливые пошли водители. Видят, тачка крутая, сразу отвечают фарами. Так, здесь километры в час, наконец-то, аллилуйя. Но тачка правда крутая. Это вы посмотрите. Так, я надеюсь, здесь цемент еще не угнали. Если угнали, жаль будет, конечно, не поеду никуда. Вот, блин, но он уже не в Лондоне. Ладно, не буду цемент брать, поэкономлю точку. Вентиляционная труба 4-тонная. Сейчас прицеплюсь и все. 100% все. Где она? Вот она. А, хотел вот что. А, по количеству вот этих вот штук на крыше. Рычателей, громилок, да?
шикарно. Ладно, поехали, все. Сейчас, секунду, я хочу адаптировать немножечко салон таким образом, чтобы... Ага, вот так можно включить, значит, дополнительное освещение, переднее и на крыше. Так, зеркала, все хорошо, а вот направление взгляда я бы хотел чуть пониже сделать. И сидушку, может, пониже? Нет, ну я высокий вообще. Ну, можно, конечно... Руль-то побольше сделать, он все-таки тягач. Поэтому руль можно сделать побольше. Но это ближе дальше, ладно. Сейчас угол зрения. Вот так. Так, включим. Ага. Они, значит, имеются. Если дальний свет включить, то они все загораются. Шикарно. Их можно включать или выключать, но это отвратительно ярко. Их можно включать через менюшку. Но можно. Вот таким вот образом. Сейчас. Вот, через вот это вот дело можно все это дело настраивать. Можно включать-выключать переднее освещение на крыше, да, и переднее освещение дополнительное. Вот, ну а так, по сути дела, получается очень ярко и хорошо, мне нравится. Вот, значит, получается... Громкий. Вот, получается, они регулируются дальним светом. Габаритный, ближний свет, и включаешь дальний, они загорают все. Это шикарно. Ладно, я зацепляюсь сейчас, и все, на сегодня надо заканчивать уже. Маневренность, правда, хороша. Что касается... А, парковочный тормоз. Так, сейчас, стояночник, простите. Хотел вот еще что. Хотел. А, ось. Подъемная ось. Нигде не отображается. Зацепляемся. А, здесь же вот еще топляк вот здесь есть.
Температура, давление, магистрали, а круиз-контроль, вот же он же. Есть же. Надо быстрее зацепляться уже и заканчивать этот комп жалко. Вот все, глушусь. Ух ты, как ярко! Действительно. Глаза привыкают. Текстур... О, затекстурили стену. Наконец-то. Ага. Посмотрел на яркое, глаза привыкли. Отодвинулся, а теперь в кабине ничего не видать. Вот, посмотрел, глаза привыкают, а теперь хопа в кабину, и ничего там не видно. Очень здорово. Кстати, ух ты, ни хрена себе, здесь третья сидушка, шконка. Эта сидушка наверняка раскладывается, там есть еще и четвертая. Ладно, дальний цвет вырубаем. Кстати, яркость цвета зависит от... Ну все, хватит на сегодня.